Привезли цветочки доставкой. Ого. Тут еще девочкины. Ого, какая красота. Тут есть мои. Есть девочкины. Ну какой, хоть посмотреть. Ред Сезамчик. Это Тошик. Света у нас нет. Так, не трогай. Лекушка. Красавчик. И девочка сладкая. И мои. А, такая есть возможность. Красота. Они, оказывается, все подписанные. Первый раз взяла у девочки с Волгограда. Первый раз в доставочку. Ой, какой красивый. Лекушка. Корни бомба. Вообще. Кому-то повезло. И Тошик мне понравился. Ой, какой замечательный товарищ. Ох, там тоже неплохая, прям таки корневая. Супер. Цветочки свои достану попозже, покажу. Сейчас всем надо все отдать, потом покажу. Покажу свои орхидеечки. Это мне подарок на день мамы от мужа, сына и доченьки. Поэтому три орхидейки, одна от мужа, одна от сына, одна от доченьки. Сын, маму. Сыночек мне тут помогает. Значит, покажу. Вот эту очень давно хотела. Прям вот хотелочка, мечталочка, недешевое вот это удовольствие. Сейчас мы ее посмотрим. Естественно, вот тут вот момент такой, вот видите, вот как бы вот листья как будто желтит. Долго я тут с этим маялась. Покупала у Лены. Лена продавец вот в Волгограде, то есть по месту. Организовали, получается, доставку с девочками. В общем, она мне и так, и сяк, и вдоль и поперек его снимала, поэтому... Ничего криминального она не увидела. Ну, я вот вижу, что да, немножко как бы вот есть какая-то, да, желтизна. Пока в пакетике стоял, я так поняла, что он, видимо, был когда-то вот к ней, что ли, ехал. Вот, видите, как подморожен немножко, да, вот, вот такие моменты. Вот я думаю, что это вот от этого. Вот это вот, это красавчик. Вот пока ехал, еще и этот бутончик, цветочек сбросил. Вот такой красавец, друзья. Артнова, Нува, или как его там, я его Артнова зову, вот его Губища. Да? Да, вот такой вот красавчик. Значит, мне кажется, что просто вот этот вот момент был. Почему? Смотрю, вот дальше, вот он, листочек, вот он тоже. Я думаю, что это все подсохнет, никуда не пойдет. Вот он. То есть в машине он сейчас ехал ко мне в теплой, из рук в руки я получила. Она очень хорошо упаковала в коробочку и в пакет сверху одела. То есть вот этот момент, я думаю, что это вот из-за вот этой бодяги вот возник. Вот. Ну, пока поливать не буду, буду наблюдать. Так, только корешочки, смотрите, отличные и не прихваченные. Ну, на первый взгляд, вот так. А здесь вот будет, Андрюш, что-то ты плохо снимаешь. Фокус не наводится, да? Mm-hmm. Вот, с этой стороны, видите, нет желтеющего. Вот, видите, вот еще тоже листик. То есть вот какая-то вот водянистость есть. Но это я уже здесь обратила на это вот внимание. Вот такой вот красоту. Ну, буду смотреть. И покажи, сынок. Вот тут такой. Ой, ну как я его хотела именно в такой мутации. Девчат, это ж вообще, это сказка. Очень крупный цветочек. И вот хотела именно вот трилипсиком вот таким вот, чтобы был он у меня шоколадистый. Ну, вот видите, один цветульчика вот в пакете свалился. Корни шикарные, хорошие. Здесь, конечно, есть вот этот вот момент. Пока поливать не буду. Ну, наверное, вот останется вот такого плана, вот как котелки. Ну, лишь бы дальше никуда не пошло. Это вот самый дорогой. Это подарок мужа мне на день мамы. Повезло тем, кто может их купить задешево. У нас вот Аллочка в группе со смешанной мутацией нашла там вообще за 800 или за 900, ну пускай даже за 1000 рублей. Вот это вот шикарный экземпляр, конечно, за такую цену. Это действительно подарок судьбы и небес. Так, сейчас покажу еще следующую. Следующий, значит, экземплярчик.
То есть вот это вот желтение, это вот именно, думаю, что вот из-за вот этого момента, из-за вот этого листика. Вот. Посмотрим. Так, следующий экземплярчик здесь, видите, вот тоже, только что сейчас увидела. Сейчас откроем. Может, это сразу и не проявлялось. Потому что поставочка вот-вот была только что вот у Лены. Ну да, где-то их прихватило, видите. Ну, месяц какой, зима, можно сказать. Ну, тоже губежка упала. И это, друзья, сейчас посмотрим сначала корешочки. Корешочки, смотрите, все хорошие. Ну, неплохие, да? Неплохие. Розеточка здесь. Ничего у нас тут не желтит. Есть вот эти вот, видите, листочки с отеком. Видимо, где-то, да, потонули. И, Андрюш, покажи, кто это. Это, друзья, такая прелесть. У меня пилорчик есть, Бинти. Мне очень, очень хотелось бабочку Бинти. И вот она у меня теперь есть. Немножко помятенькая, правда. Ну, ничего страшного. Вот, что-то не туда показывать. Но ничего страшного. Зато по месту. Вот, сейчас уже почты никаких не может быть пересылок, потому что вот такая вот есть вот опасность. Вот второй, это уже от деток подарок мне на день мамы. И покажу третью орхидею. Вот они два, получается, с пилоричной формы. Я, ой, тут тоже бутончик, цветочек отвалился. Сейчас мы их откроем. Вот так. Уберем. Гляньте, что-то одна тональность у меня в этот раз, да? Посмотрим сейчас на розеточку. Это свежая поставка у Лены. Я беру у нее первый раз. Девчата, если брали до этого, я вот местная девочка беру первый раз. Покажи, сыночка. Розетка хорошая, корешочки хорошие. Тут немножко цветочек так поломался, но очень крупный, крупный беглип. И вот этот еще крупнее. Ну, за 10 сантиметров. Ну, где-то под 10 точно есть. Вот такой беглипушка ко мне пришел. Это подарочек от деток. Дай-ка, Андрюша, все, иди. Я сама. Вот. Тут все тут вообще хорошо. Но сегодня поливать я все равно не буду их. Я подожду. Тут надо немножко обождать. Вот. Ну, да. Это вот именно от этого, друзья. Так что сейчас только и вижу, что девчонки еще выписывают почту, и я прям, конечно, не знаю. Это вот такие риски. Может, там кисель приходит. Так что я бы уже на вашем месте по почте бы не рисковала. У нас еще как бы погода более-менее. Вот первые заморозки. Да, это вообще плюсовая температура была. Вот такие у меня обновочки. В принципе, я всем довольна. Сбылись определенные мечты, мои хотелочки. Вот такой вот красотунчик один, вторая красоточка. Корешочки все хорошие. Вот. Ну, а то, что там где-то какой-то вот такой моментик, ну, думаю и надеюсь, что дальше он никуда не пойдет. Лена для меня продавец новый. Первый раз вот я заказ сделала. В принципе, тоже всем довольна. Очень так хорошо все быстренько организовала. Все сняла. Все вот моменты такие. То есть, ну, умница. Вот. А так вот с обновочками меня и вас тоже поздравляю. Всех женщин с днем мамы. Пусть у вас будут тепло, уют в доме, и у всех мам самые лучшие детки. Пускай они вас радуют, не болеют. Всех вам благ, друзья. И пусть ваши мечты тоже исполняются.